Ну что, друзья, блядь, у нас пожар на Черкасской. Шестой этаж. Пожар на четвертом. Вот они. Пожарные ящики. Рукавов нет. Эвакуацию жителей. До восьмого этажа дошел. Двоих вывел. Пусто. На девятом тоже пусто. Вот собрался. Кто живой? Так, ящики. Ящики пустые. Кто живой есть? Выходим. Двенадцатый этаж. Кто живой есть? Есть кто живой? Кто живой? Ящики пустые. Пустой. Двери такие, мне кажется, я от удара их сейчас вынесу. Четырнадцатый. Есть кто живой?
Так, ящики пустые. Кто живой? Есть кто живой? Ящики. Ну, само собой, ничего нет, кроме рекламы. И заключительный. Нет никого на чердаке? Бомба. Отлично. Есть кто живой? Квартира, четвертый этаж.
Хочется сказать отдельное слово о пожарной безопасности блочных домов. Вот это у нас лестничная клетка, лестничный марш, он идет туда, до самого низа. Он полностью изолирован. Пусть деревянными дверями, но изолирован. То есть я прошел полностью по всему маршу до 16 этажа, пожар был на 4 этаже. Здесь вообще никакого запаха, намека на дым не было. Дома очень хорошо предусмотрены, рассчитаны на пожар. Единственное, что мне не понравилось, это что таблички выход не горели. То есть свет выключен был, а таблички выход не горели. Есть такой вот большой окно, все тоже бетонировано. То есть, как говоря, если ты не успел, там у тебя, например, пожар и здесь, и непосредственно в квартирных блоках, то можно пожар спрятаться здесь на балконе. Вот. Ну и здесь тоже внутри получается. Два лифта, и вот они, тамбуры. Тамбуры, если вы были закрыты, тот дом новый, который сдали, и тамбуры все были открыты. То есть мне повезло, в каждый тамбур я попал, до 16 этажа. Все было отлично. То есть так, было очень темно, получается, если света нет, я на ощупь практически со светом заходил сюда и стучался во все двери. А вот. Да, вот в нашем доме тоже рукавов нет. То есть у нас они закрыты на ключ, ключики здесь. Все хорошо, просто ящики закрыты, тут все закрыто, все закрыто. А рукавов нет, сейчас через щелку все заглянул. Вот, значит, дымоход работал отлично, то есть до 16 этажа тоже дыма вообще не было. И была странная особенность, почему-то не было света, но работал лифт. Ну, может быть, оно и к лучшему, потому что столько случаев было, когда во время пожара там люди задыхались в некоторых шахтах. Может быть, оно и к лучшему, не знаю. Меня очень сильно воняет едким дымом, вещи пришлось выбросить на балкон. Ну, наверное, придется их постирать. Ну, а там кипиш как бы разгребается потихоньку. Мне позвонила супруга, сказала, что горит соседний дом. Я выглянул с балкона, посмотрел, там прям черный дым очень едкий идет. Оделся, быстренько добежал, оттуда вот помог с эвакуацией, и где-то на 8 этаже, когда я был, находился уже там, людей помогал эвакуировать из квартир, пожарные только приехали.